Всем привет! В этом видео обзор перфоратора Makita. Перфоратор вот идет вместе с таким вот кейсом. Перфоратор Makita модель HR2611FT. Мощность у него 800 ватт. Вот. Вместе с ним также идет вот такой вот пылеловитель. Еще не использовал, но штука, думаю, для дома очень полезная, чтобы дома не пылить. Также с ним идет съемный патрон и набор вот таких вот буров Makita, видимо, фирменные, очень хорошие, думаю. Вот тут диаметр от 5 до 8. Ну, тут я свободное место сложил те буры, которые у меня еще есть дополнительные. Также идет такая вот линеечка. Никогда я ее не пользовался. Но в комплекте лежит, хай будет. Данного перфоратора переключение режимов вот здесь вот снизу. Здесь сверление, долбление сверления и просто долбление. Также вот у него реверс сбоку. Я обычно привык, что здесь на кнопке рычажок. Но вот здесь вот сбоку. Маленько непривычно, но да ладно, это все-таки не шуруповерт. Патрон здесь стандартный, SDS+. Берем, к примеру, бур. Просто устанавливаем. И ничего такого. Отжимаем, вытаскиваем. Все довольно просто. Снимается здесь буквально поворотом. Вообще элементарная система. И чем удобно, допустим, я все-таки рекомендовал бы, ну и сам всегда следую этой традиции, брать перфораторы со съемным патроном. Патрон полетел, быстрая замена и так далее. Патрон в комплекте есть один. Вот. Нежели брать уже перфоратор, где патрон не съемный. Там в этом случае придется менять всю башку вообще в сборе. Это ужас и по деньгам. Ну и вот в принципе, в такой же последовательности патрон обратно ставится до щелчка характерного, и все. Также здесь из удобств есть подсветка, может, кому нужно, кому нет. Я данную функцию пока еще не оценил. Ну, поворотная ручка здесь банально, приоткручиваем и любое положение ставим, какое удобно, кому как удобно работать. Вот. Он не габаритный, довольно-таки легкий. Шнур у него морозостойкий идет, длиной 4 метра, очень удобно. Также в комплекте вот идет к нему запасной патрон. Патрон вот такой вот коробочки. Он быстро зажимной, металлический. Вот. Здесь вот у него вот так вот защелка действует. Такой вот патрончик. В комплекте есть. Есть, пить не просит. Может, когда, да, пригодится. Вот. Ну, у меня еще дополнительно от старого перфоратора вот такой вот под SDS+ патрон. Произведен перфоратор этот в Китае по лицензии Makita. Вот. Очень качественно все выполнено, очень добротно. И что мне понравилось, у него кейс гораздо добротнее выглядит. Собран, да и выглядит, нежели чем у перфоратора Метаба, у Боша того же самого. У Боша из жидкого какого-то материала, он весь гнется, мнется. Этот такой вот основательный кейс, мне очень понравилось это дело. Ну, теперь проверим перфоратор в действии. Берем бур 10, также вот режим включен сверления, долбления. Ну и попробуем что-нибудь просверлить. Дальше не буду. Бурит он нормально. Теперь проверим, как он долбит. Возьмем для этого вот такую вот лопаточку.
ее установим и переключим в режим долбления. Здесь тоже его на камеру не сильно слышно, но здесь характерный щелчок. Все, вращения нет, осталось только долбление. Вот. Ну, попробуем. Так, ручку для удобства перемещу в сторону и попробуем. Как вы видели, долбит нормально, удар есть. На этом, пожалуй, весь обзор. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, пишите ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь в группу ВКонтакте. На этом все. Все, пока. Пока.